желаю вашей семье любви, здоровья и, конечно же, не останавливаться на достигнутом. Года через 3-4 ждем вас. Обязательно от души. Да, поздравляю. Счастливая мама Александра Черепнина уже третий день принимает поздравления. 18 октября она родила дочь. Девочка весом 3 килограмма 300 граммов и ростом 54 сантиметра появилась на свет в Видновском перинатальном центре и стала здесь 5-тысячным новорожденным. Малышку назвали Мия. Для молодой семьи из пригорода Лесное это первый ребенок. 5 часов и все. То есть я думала, сутки буду страдать. Я даже скажу честно, никакой такой боли не почувствовала. Врачи помогали, поддерживали. Мне кажется, это самое главное. Вот, я очень благодарна им за это. Врачи приложили все усилия, чтобы роды были легкими и прошли без лишних болей и стресса для мамы и ребенка. Принимали роды днем, дежурная бригада нашего родильного отделения. Рожала она вертикально, то есть более бережно. Это тренд современный, вертикальные роды, которые помогают сохранить и здоровье матери, и здоровье малыша. Дают меньше травматизм. Видновский перинатальный центр является учреждением родовспоможения высшего уровня. Ежегодно здесь появляется на свет более 6000 малышей. Это один из лучших показателей в Московской области. У нас наш муниципалитет – это четверть всех родов, все остальные – это другие районы Московской области, Домодедовские районы, близлежащие, плюс Москва еще есть, и гражданки иностранные тоже рожают у нас. Порядка 10%. Уже сейчас маленькую Мию с мамой готовят к выписке. Ну а с 18 октября и к моменту создания этого сюжета в Видновском перинатальном центре родилось еще 36 малышей. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.